привет. Привет тебе, мой маленький хейтер, на ваших экранах симулятор супермаркета. Мы с вами продолжаем. В прошлой серии я немножко поиграл, потом я понял, что уперся в одно и то же. Мы с вами заполняем полки, покупаем товар, продаем. Заполняем полки, товар, продаем. Это все довольно-таки скучно, но денег нужно было немножко поднабрать, поэтому я за кадром немножко пофармил. У нас есть 4600 и полные полки. Я думаю, на начало нам хватит. Но мы с вами пропустим очень большой кусок непонятного фарма, который, ну, совсем скучноват. Так, давайте будем смотреть, что мы можем с вами сразу же апгрейдировать, да? Так, менеджмент счета. Давайте мы еще сразу счета оплатим, чтобы у нас не было никаких проблем. Так, лицензии на товар. Это все понятно. Так, персонализация склад. Давайте мы за 800 сразу купим с вами склад. Да, о, божечки. Так он довольно-таки большой. И можно делать еще больше. Ну ладно, давайте мы пока возьмем небольшой. Мы наймем еще одного кассира. Да, чтобы я уже не занимался этой нудной работой. Нам нужен еще кладовщик. Так, стеллаж для покупок. Необходимый уровень магазина 15. Но у нас с вами 13 уровень. Я думаю, дойдем до этого дела быстро. Так, но стеллаж для покупок нам с вами необходим. Поэтому давайте, наверное, вернемся в маркет. Посмотрим по мебели. Стеллаж. Так, небольшой стеллаж. Мы тоже с вами покупаем, заказываем его. Что нам еще нужно? Это что такое? Блин, я не знаю, что это такое, но... А, это светильник. Нет, светильник нам с вами не нужен. Давайте возьмем еще, наверное, морозилочку одну. Посмотрим, как это дело работает. Точный светильник мы, наверное, уберем. Да, вот минусуем его. Так, и сразу, наверное, посмотрим по лицензиям. Так, ладно. Вот это мы дело заказываем. Вы нам, пожалуйста, привозите. Да, и менеджмент. У нас есть с вами лицензии. Лицензии есть еще на некоторые товары. Так, мы берем вот эту лицензию. И, наверное, давай еще возьмем еще одну. Сода, вода, пироги. Блин, там на самом деле много всего. Но я хочу вот 1300 оставлю запас. На данный момент, я думаю... Да, я думаю, так будет хорошо. Так, давайте посмотрим, что нам привезут. Так, склад закрыт. Почему? О, молодой человек, здравствуйте. Я ваш начальник. Вот вы... Блин, у тебя рост идеальный прям под кассу. Тебе даже садиться не нужно. Ты можешь идеально здесь стоять. Так, много всего. Это наш склад. Подожди. А вот это тогда что было? Закрыт. Ноль. Странно. Ну ладно. Так, давайте мы поставим вот сюда вот куда-нибудь морозилочку нашу, да? Нет, блин, она сюда не влезет. Ладно. Ну тогда мы сделаем вот так. Морозилочку мы поставим, скорее всего, вот сюда. Да? Да, будет отлично. Ну то есть человек прошел. Здесь мы поставим там еще холодильник в будущем, допустим, еще один, если нам понадобится. Потому что... На данный момент мне пока холодильников хватает. Зачем я взял морозилку? Ну, скорее всего, просто посмотреть. Так, давайте мы открываемся, между прочим. И полка. Полка. Полка складская. Она, скорее всего, вот сюда вот у нас и идет. Окей. Да, ну, судя по всему, нам вообще нужно побольше полок взять. Так, отель у нас еще здесь какой-то. Так, уважаемые, заходите, проходите. Вообще не стесняйтесь, ни в чем себе не отказывайте. Так, а я буду менеджером, правильно? Я буду теперь следить только за покупками, за ценами и за нашим развитием, да? За нашим развитием и продвижением. Так, раздел 2. Так, это что такое? Этот участок, чтобы расширить супермаркет. Расширить его 4 на 4. Ну-ка, давай, ладно, возьмем. Я не знаю сейчас, что из этого выйдет. А мы расширились только что, уважаемые дамы и господа. Я даже не ожидал такого. Но давайте мы слегка сейчас с вами переставимся. Да, и здесь, кстати, можно будет в дальнейшем еще одну кассу поставить. Это же
Это же невероятно классно. Так, давай это вот, ну-ка. Хорошо, ты идешь сюда, большой холодильник. Нос тоже идет рядом. Я не думал, что настолько сильно. Да, берите. Берите, я очень сильный, мне нужно переставить полку. Так. Отлично. Да-да-да, смотри-к чё. Ну, действительно, супермаркет у нас становится с вами больше. Ладно, тогда морозилочку можно вот сюда вот в конец пока и поставить. Я думаю, пока пойдет. Мне бы еще вот отдельно комнатку какую-нибудь, где я бы мог сидеть и менеджерить. Мадам, здравствуйте, вы у нас новенькая. Да, заходите к нам еще. Как ноги подлечите? Так, подожди, у меня есть масло. Немножко, блин, а как кайфово. Смотри, я теперь могу менеджерскими делами вот этими заниматься и не стоять на кассе. А денежки у нас непосредственно идут, да? Они прям капают. Да, прям хорошо, прям замечательно. Главное, чтобы кассир у нас не ошибался. Будет ошибаться, мы оторвем его руки по самое это, как говорится, не хочу. Так, давай посмотрим, что у нас появилось еще по продуктам. Это вот у нас все было. Вот у нас оливковое масло с вами появилось, да? Арахисовое масло у нас с вами появилось. По-моему, не было до этого. Паста спагетти. Рис у нас появился. Соль. Сода. Блин, а это очень хорошо. Молоко. Смотри, еще сода появилась. Яблочный сок и апельсиновый сок. Все, максимально 10 товаров. Давайте мы покупаем. Блин, мне, скорее всего, понадобится еще одна полочка. Возможно, да, возможно, нет. Сейчас мы будем проверять. Так, кока-колку. Кока-колку нам нужно разместить где-то вниз. Очень много бутылок. Я думаю, мы прям два ряда этим делом всем и заполним. Ну-ка. Да, куда берешь? Я еще цены не проставил. Два. Так, два мы ставим с вами. Да что ж ты будешь делать? Три. Три ровно. Он, зараза, купил там, пока мы выставляли продукты. Это все задешево. Вот это мне не нравится. Вот это вот он зря сделал. Так, ну, судя по всему, мне нужно будет взять еще один холодильник. Давай мы морозилку вообще сейчас уберем. Вот сюда вот, наверное, куда-то поставим. Так, я закажу еще один холодильник. Именно под напитки он у нас будет. Как раз как я хотел. Вот, двойной холодильник 375, но это для нас не такие уже большие уже деньги. У нас много денег сейчас в товаре. Вот, и мы неплохо на этом сейчас заработаем. Так, пардоньте, дайте я пройду. Мне нужно вот здесь вот поставить еще один холодильничек. Вот так вот, красота. Смотри, какие полочки, какое все шикарное, красивое. Так, это что такое? Это спагетти. Блин, а спагетти мне пока некуда выставлять. Сейчас мы будем потихонечку внедрять товары. Так, апельсиновый сок у меня на самом деле пока тоже под вопросом. Скорее всего, полки у нас с вами подувеличатся. Да, полок надо будет намного больше. Так, мы берем колу сюда. Да, отлично, я пока поставлю здесь. Давайте мы сразу цену внесем, 3. Да, 3.00, окей. Все, это дело у нас стоит трешечку. Напитками я забью, видимо, сейчас сразу весь холодильник. Так, сюда мы, пожалуй, можем разместить с вами молоко. Да, ну-ка. А почему? Товар нужно поставить на полку. Тогда подожди. Тогда ждем. Закройся, пожалуйста. Можешь закрыться? Нет. Он почему-то не закрывается. Так, товар на полку. Хорошо. Так, следующий. Следующий напиток у нас идет. Так, мадам, отходите. Отходите. Дайте свет включу. Я не могу включить свет. Ладно, ничего страшного. Здесь мы... Куда вот? Куда ты ручки свои тянешь? Они вот, знаешь, любят. Я не успеваю цену поставить. Они вот уже лезут. На этом деле я потом проигрываю. Так, а здесь почему-то маленькая, да, коробка шла? Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного, все хорошо. Все у нас с вами получится. Мне бы на самом деле еще менеджера какого-нибудь, и мне нужны, блин, еще полки. Мне нужны еще полки под товар. Но денег пока не так много, конечно,
как бы хотелось, и мне нужен все-таки еще совет. Да, да, давай мы зайдем в мебель, мы еще купим 2 фонаря с тобой и возьмем еще 2 полки. Ну, блин, по-другому никак. Но с очень большое количество товара, который нужно где-то нам содержать. Так, это что такое? Это полка. Так, давай полочку мы, наверное... Ну-ка, аккуратненько. Так, вот здесь. Он там, блин, место такое не очень красивое у нас, конечно, получается. Ну, ладно. Ну, ладно, ничего страшного. Так, поставить не могу, блин, мешается. Мешается много. Здесь всякого. Так, подожди, здесь сок. Здесь у нас молоко. Здесь у нас тоже... Блин, товаров у нас на самом деле будет прям огромная куча. Прям огромная куча товаров у нас будет в ближайшем абсолютно времени. Ну, блин, так вот мне, конечно, не нравится, как они выглядят. Ну, ладно. Так, выставляем молоко. Занимает оно 1 полку. Замечательно. Так, 11.25. Мы ставим с вами 12. 12.00. Окей. Так, коробку давайте мы выкинем. Мы заказали много всего, но много у нас людей покупают. Так, а где фонарики? Ну-ка. Распаковать. Чтобы у нас было немножко поярче. Да? Да, в целом неплохо. Где у нас еще 1 лампочка? Распаковать. И вот сюда вот ее, да? Нет, вот. Вот так вот ровненько вот так вот ставим. А, да. Ну, так уже неплохо. Хотя бы что-то видно. Так, сок. Сок нужно в холодильник. Хорошо. Сок в холодильник, это очень хорошо. Занимает он как раз у нас 2 полочки. Все, единственное, зеленые бутылки нам нужно покупать по... Получается, по 2 коробки. Они выходят как-то не очень выгодно. Так, по 3 доллара. По 3 доллара на сок, хорошо. Так, время 9 часов, к нам уже особо никто не должен прийти, поэтому можно потихоньку заниматься расставлением продукции, правильно? Да, я тоже так думаю. Так, 5 мы ставим 6. 6.00, потому что 5.68, эти копейки я считать не хочу, да и прибыли у нас с вами, знаете, побольше все-таки. Так, это рис какой-то, ну-ка давай-ка посмотрим. Вот некоторые занимают 1 полку, некоторые занимают 2 полки. Нам нужно с вами... Так, это что такое? Соль. Соль. Ну, блин. Ладно. Соль хотя бы на 1 полочку уместилась. Это уже тоже хорошо. Так, масло мы с вами поставили. Здесь у нас идет 7 долларов, да? Так, где? 7. Так, тын-тын-тын. Окей. Так, здесь у нас идет... Иди сюда. 2.17, мы поставим 3. 3 доллара. Так, здесь у нас все хорошо. Здесь мы тоже проставили. Так, паста. Паста арахисовая, очень вкусная. Из свежих, как говорится, орехов сделана. Все, мы ее сюда убираем. Так, спагетти. Спагетти пусть тоже стоят рядом с арахисовой пастой. Может, кто-то любит, как говорится, послаще. Так, ну-ка иди сюда. Мне главное проверить, чтобы коробка была пустая. Вот, я еще не привык к новым этим товарам. Так, 5.40. Она у нас будет стоить 6. Замечательно. Так, паста у нас стоит 6.62. Мы поставим 7. Хотя у нас сейчас и кассир, который автоматом считает, но мне в целом понравилось, что у нас чуть-чуть где-то все подороже, поэтому я думаю, ничего страшного. Так, давайте посмотрим, что нам еще нужно по продуктам на завтра. Давайте мы закажем еще 1 соду, скорее всего. Апельсиновый сок мы еще закажем 1. Рис мы взяли, соль мы взяли, оливковое масло мы взяли. Так. Подождите, у нас еще какая-то мука появилась. Мука появилась красная, давайте мы ее возьмем. И быстро пройдемся по нашим полкам. Так, нам нужно заказать еще хлеба и заказать еще хлопьев. Да, давай мы закажем еще хлопьев, где они тут? Закажем хлопьев, закажем хлеба, закажем муки. По сыру у нас что? Сыр у нас еще с вами есть чуть-чуть, но, в принципе, заказать можно, да? И у нас закончилось молоко.
Так, давайте добьем сыр. Вот, и добьем молоко. Все, мой маленький друг, я не знаю, надо тебе идти домой или нет, но следующий день мы с вами заканчиваем. Так, ну 539 мы с вами заработали, давайте следующий день начнем. Так, злаки, черный чай. Черный чай у нас все нормально, злаки, 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 это у нас вот здесь. 7.56, ничего себе подросли, это очень хорошо. Так, 8 мы с вами оставляем. Кстати, мы пока не нажмем кнопку open, но у нас время дня не идет. Вот, поэтому мы спокойненько можем с вами делать покупки, все это потихонечку расставлять, и потом только начинать день без всяких как бы проблем. Так, Supreme, это, знаешь, больше не на муку похоже, а есть такие сливки сухие. Я вот помню, было где-то такое дело. Так, 7.00 мы ставим, потому что 6.78 она у нас стоит. Так, одной коробочки хватает, да, замечательно. Так как у нас сейчас места с вами не супер много, мы будем слегка его экономить, вот, и размещать как-то это все более аккуратно. Так, дисплей заполнен, вот сюда еще две. Да, у нас здесь, потому что стояло с вами молоко. Так, сырок, 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 давайте вон сюда вот чуть-чуть добавим сырка. Снизу еще докидаем, да, даже не полностью, как говорится, заполнился. Так, мука, мука, мука. Стало продаваться немножко похуже, но ладно, ладно. Может, мы какие-то товары с вами все-таки и заменим. Так, это сюда, это вот сюда, ну, замечательно, замечательно это все. А, мне очень нравится, когда у нас полочки полные, полные полочки. Так, это сюда, вот здесь, блин, можно, кстати, было бы еще заказать, ну ладно. Так, у нас работника склада пока нет, потому что у нас нет 15 уровня, но это чуть попозже, но все-таки состоится. Так, ладно, сок давайте мы вот здесь вот заполним. Мне кажется, у нас, да, одна коробка уйдет как раз на целую полку. Блин, смотрится очень красиво. Так, 3 доллара. 3 доллара мы на это все дело ставим, потому что мы хотим зарабатывать, а не просто так отдавать наши товары. Так, это у нас тоже идет сюда, сода. Да, вот в аккурат. Блин, какой красивый холодильник получается. Я прям не могу. Супермаркет. Да, это уже супермаркет, это уже не просто так магазинчик. Так, единственное, знаешь, что я хотел посмотреть? Из товаров я все взял или нет? Кола и турка. Дисплей холодильник. Угу. Так, у меня кола такая с полосочкой идет. А, и кола такая идет. Блин. Давай, ладно, вот этой вот обычной мы еще, наверное, коробочку с тобой сейчас закажем. Вот, и посмотрим, блин, по лицензии. Может, еще одну какую-нибудь лицензию взять, чтобы товаров было еще больше. Так, давайте мы закроем. Вот 29, 29 я уже, блин, плачу за это все дело. Это же ужас какой-то. Блин, а я не могу купить. У нас вот пироги, конфеты, много чего там добавится. Так, все, давай, мы работаем с тобой. Так, колу мы добавим сюда вниз. С яйцами, кстати, нужно будет еще что-то придумать. Так, давай коробку я, наверное, вот здесь оставлю, на пока. На пока, пусть она стоит. Еще хочу, знаете, наверное, вот здесь вот поставить один вот такой вот шкаф. Вот, напротив, чтобы за ним я мог свои какие-то вот дела делать. Такие небольшие. Или хотя, подожди, у нас же есть склад. У нас же есть склад, я, наверное, на склад могу уже это все дело вставить. О, какая красота. Смотри, что. Да, у нас поставил и показываю, боже мой, это же невероятно круто. Все, мне даже не надо вот здесь все это дело захламлять. Единственное, вот здесь вот у меня вот уголок такой вот неправильный, но я могу здесь за клиентами наблюдать. Смотреть за покупками, вот так вот по чуть-чуть выглядывать такой. Так, что он выбирает? А, сок, ага, ага. И опять спрятался, меня не видно. Так, ладно. Может нам этот рекламу какую-нибудь дать, чтобы побольше народу было, типа вот. Мы приглашаем вас, там что-нибудь такое. Не, боже мой, 23. 23 раза мы, получается, можем его увеличить. Это будет супер огромный супермаркет.
Боже мой, мне здесь фармить и фармить, но я так понимаю, что... Пожар? А, ну, скорее всего, уволить. Но 4 кассира я могу нанять, кладовщика я, к сожалению, пока ни одного не могу себе нанять. Ну ладно. Ладно, ладно. Что ж тут поделать? Так, лицензии на товар. Сейчас у нас денег немножко пробьется. 550. Мы купим с вами еще одну лицензию. Вот, купим еще товары. Полки у нас, в принципе, есть. Блин, я быстрее тебя обслуживаю, мой маленький. Ты давай уж как-нибудь этот, чуть-чуть пошустрее. Тебя можно как-то этот... Мотивировать тебя как-то можно? Не знаю, или показать тебе, как это делается. Что очередь, блин, что-то копится. Мне не нравится, что у нас копится очередь. Угу. Блин, с кассиром это очень долго. Очень долго каждого человека он обслуживает. Мне нужно либо две кассы, либо... Либо я не знаю, может, я сам не хочу вставать. Не хочу вставать уже за кассу. Пусть, ладно, будет очередь, я думаю, ничего страшного. Чё вы раскупили здесь? Молоко? Серьезно? Так, маркет, хорошо, молоко, давай мы закажем. Молоко закажем, вы что-нибудь еще раскупили? Так, красные вот эти вот пакеты. Давай мы еще вот красные закажем, где они у нас тут были. Паста. Окей. Так, заказать, купить. Мы можем, в принципе, сейчас еще одну лицензию взять с вами. Вот. И, как говорится, воспользоваться. Расширить еще сильнее наш ассортимент. Но я прям чувствую, что придется, наверное, еще одну кассу нанимать. Ну, потому что это же невозможно. Ты смотри. Очередь прям. А Новый год будет. А 8 марта, а какой-нибудь праздник, и что ты будешь делать? Ты же здесь закопаешься, мой маленький. Блин, я не могу на твое место встать уже, да? Как-то быстро людей отпустить. Ну ладно, ладно, все. Бизнес мы поставили, главное в него не лезть. Чтобы он у нас нормально работал, не надо лезть вот в эти дела. Так, все, пусть потихонечку у нас работает. А мы с вами будем заниматься непосредственно покупками. Так, смотри, мы можем купить с тобой еще пирог. Мы можем купить еще один пирог, конфеты, йогурт, шоколадные плитки и злаки. Да, на $150 как раз вот так вот. Раз, и мы купили. Мы купили, сейчас мы пойдем с тобой все это дело разнесем, посмотрим, как оно... Как оно будет выглядеть? Так, давай, наверное, вот эту полочку мы злаки еще поставим. О боже, какие красивые, яркие, они прям мне очень нравятся. Так, $6, потому что 5,62 нам, в принципе, да что такое. Понажимал тут всякого, $6, так, окей, хорошо, оставляем, это забираем. Так, что у нас тут еще новое приехало? Это конфеты. Так, шоколадные, это на полку, да, нам нужно поставить, но куда? Куда на полку? Давай, наверное, вниз вот сюда вот мы шоколадки поставим. Выглядят они, в принципе, красивенько, одну полочку занимают. Так, 4 доллара, 4.00, все, вот так вот. Так, это дело мы выкидываем, блин, он так до ночи будет всех их, как говорится, обслуживать. Блин, там масло заканчивается, очень много берут масла. Так, давай йогурт я, наверное, вот сюда поставлю. Ну, здесь такой полу... О, как удобно, слушай, хорошо. Мать, отойди. Отойди, ты сейчас йогурт будешь брать, зараза такая, задорого. Так, давай поставим 2.30. 2.30, вот так вот, да. Все, отлично. Так, конфеты, блин, давайте свет включим, потому что не видно, вы можете моего этого парнишку обманывать. Вы можете его обманывать, а он у нас такой, добродушный очень, может и не заметить. Так, 4, 5, вот куда ты, тварь, забрала задешево-то? Вот, и они, надо расставлять все-таки утром. Надо расставлять утром. Так, а что не было там, воды не было? Сейчас, подождите, с водой мы разберемся. Новый товар, видите, поступление у нас идет.
В большом очень количестве. Так, отлично. Никто не подходит сюда, я слежу. Я слежу прям. Все. Вот, теперь можете брать. Ценник стоит, а то смотри-ка на них. Ну, берут это все задешево. Ишь ты, смотри, какие. Так. Кексы. Кексы, кексы. Вот куда пошел? Стоять, руки держи при себе. Так, $3. $3, окей. Все, забираем. Так, что-то масло, да, там закончилось у нас. Ну, мы сейчас будем заказывать. Так, это масло у нас есть, оливкового у нас нет. Так, маркет денег мы потихонечку уже подсобрали, это хорошо. Так, оливковое масло мы одно берем. Так, у нас закончился еще рис, закончился вот эта вот мука суприм. Да, мука суприм, мы еще берем рис с вами. Где? Блин, я теперь буду теряться. Довольно-таки, наверное, много. Так, вот он рис. Рис мы взяли. Потом что у нас тут еще заканчивается? Спагетти. Спагетти у нас тоже заканчивается. Мадам, вы там ходите? Меня прям этот... Будоражите. Где у нас спагетти? Вот, спагетти, пасту мы тоже взяли. Хлеб у нас тут есть. У нас сусу закончились, да? Хит этого лета. Так, сусу мы тоже берем. Можно даже, наверное, две коробки сусу взять. Так, и вода нам еще нужна. Еще одну коробку сусу мы возьмем. Так, рис, это у нас все есть. Яйца. Яйца давайте тоже коробку возьмем. Все, на $200 у нас на завтра утром заказ. Так, вы обслуживаете всех? Здравствуйте, я владелец магазина. Мы можем с вами обсудить скидку. Вы не желаете скидку обсудить? Нет, не хотите? Вот у вас тут татуировка какая. Ноги красивые, вон, смотри какие. Кладет прям, как шпалы, одну на одну. Боже мой. Так, ну все, остальное у нас вроде есть. Подожди, это мы заказали. Да, на завтра у нас тоже много дел. И, кстати, наверное, красную пасту еще одну можно заказать. Еще одну красную пасту мы заказываем. Все, молодой человек, я не знаю, я вам деньги какие-то должен за сегодня? Давайте мы посмотрим. Счета. Счетов нет. Персонализация. Здесь вроде все хорошо. Так, и мы заканчиваем с вами день. Так, ну 641 мы за сегодня заработали, это уже хорошо. Так, злаки, пирог, масло. Злаки у нас с вами здесь, менять не надо. Пирог. Пирог у нас, по-моему, это вот это. Так, 440 и злаки. Да подожди, что там еще было? Как посмотреть? Я запутался чуть-чуть, ладно, ничего страшного. Даже если цены у нас с вами не поменялись, я думаю, ничего страшного не произойдет. О, божечки, большая какая куча нам пришла. Так, давайте мы быстренько распакуем. Так, это сюда. Берем следующие яйца. Яйца у нас вот здесь вот на двух полочках располагаются. Одну, вторую мы заполняем. На день, в принципе, хватит, даже, наверное, на больше. Так, вода. Почему кто-то говорил, воды нет? Я вот понять не могу. Воды у нас вроде дофигища прям. Ну ладно, заполним на всякий случай. Вдруг воду отключат люди. Как обычно прибегут, скажут, дайте мне воды. И надо еще вот 5-литровки такие большие, знаешь, есть. Вот еще 5-литровочки можно. Так, сусу, блин, я этих сусу, мне кажется, слишком много даже. Как-то поднабрал, ну ладно. Так, на склад. Мне это дело нравится. Вот одна сусушка осталась, и здесь у нас еще кола. Кола. Мы, кстати, можем впрок еще закупать, но это, скорее всего, чуть-чуть попозже, когда у нас уже будет много-много денежков. Так, ничего там не осталось? Не осталось. Так, рис. По-моему, это рис был. Да, это вот здесь вот. Ну-ка, да. Рис у нас с вами тоже был доставлен. Так, мука суприм. Много ее собирают. Так, подожди. Блин, здесь одна осталась. Давай вот здесь вот эту коробочку оставлю, мы потом заберем. Не хочу туда по одной таскать. Так, масло оливковое. Вкусно этого
Отжима первого. Так, открываем. Ну, у нас, в принципе, пока все есть. Да, сок. Блин, у нас сок весь растащили. Яблочный и апельсиновый. Да? Нет, подожди, яблочный вот, апельсиновый. Я не понимаю, что у нас тут ниже. А я поближе посмотреть никак не могу, да? То есть у нас там два апельсиновых, что ли? Не могу понять. Ну ладно, сейчас посмотрим. Подожди, у нас вот здесь еще оставалась кока-колка. Давай мы ее добавим. Ох, как ее много. Ее даже очень много. Но это и хорошо. Да и хорошо, запас, он, как говорится, знаешь, карман не тянет. Так, нам нужно еще кофе и нам нужно еще сок заказать. Давай закажем. Во-первых, кофе. Где у нас кофе? Кофе. А, подожди, это черный чай. Это черный чай, не то мы его сейчас уберем. И по сокам. Где они у нас были? Вот апельсиновый сок, да, скорее всего, закончился. Ну и все. Да. Давай мы, наверное, так и сделаем. Так, черный чай нам не нужен, а кофе... Ну, давай, ладно, вот кофе это закажем. Сейчас посмотрим, что у нас там еще не хватает, на всякий случай. Так, апельсин. Апельсинчик у нас... А, у нас апельсины сверху и снизу был. Да? Ну ладно, ладно. Пусть пока будет и сверху, и снизу. Нам туда все равно добавить пока особо нечего. И кофеек. Кофеевского мы тоже с вами добавляем. Мне не нравится, что он медленно работает. Мог бы, конечно, работать немножко и побыстрее, как говорится. Так, опять молоко у нас заканчивается. На доставке я, конечно, немножко теряю, но мне кажется, ничего страшного. Ничего страшного, мы не прогорим. Не прогорим на этом. Так, кто-нибудь хочет забрать вот старое молоко? Оно, наверное, у нас по скидке будет. И забираю. Бери молоко. Молодец. О, красавчик. Две забрал. Все, отлично. Отлично, ты мне прям очень сильно помог. Так, ну, соль, все это дело у нас потихонечку разбирают. Нужно еще хлеба и масло будет, да, обычного заказать. Хлеб обычный, масло обычное, йогурты как-то идут не сильно, но в целом... Бизнес у нас с вами идет довольно-таки неплохо. Да? Да? А где моя эта, подружайка? Не приходила сегодня? Блин, мадам, проходите наш магазин. Молодой человек, вы к нам давно не заходили у вас. Вот я вас по рубашке помню, вы в одной и той же ходите на постоянной как бы основе. Ну ладно. Так, зелененькие в принципе неплохо берут. Вот эту колу плохо берут. Колу берут, конечно, плоховато. Сырок у нас еще с вами есть. Угу. Ох, барышня, смотри, печь что-то собрались там. Соль, дрожжи, все вот это вот. Лабуду набирают. Да и на сладенькое, конечно же. Конечно же, берите что-нибудь еще на сладенькое. Так, давайте мы с вами посмотрим. Мне нужно еще хлеба купить, да, и масло. Два товара, ну, ничего страшного. Нам тоже нужно чем-то заниматься, просто так мы... Простаивать не можем, у нас нет с вами на данный момент. Так, слишком дорогое, да? Ну, блин, извини. Вот такие вот у нас цены. Инфляция, девальвация, проблем тоже. Знаешь, большая куча. Магазин содержать, это очень дорого. А ты тут ругаешься. Так, хлеба мы тоже с вами добавим. Пусть он у нас будет. Блин, я не знаю, что у нас, мороженое, да? Нужно, наверное, какое-то купить, чтобы здесь заполнить. Так, давайте посмотрим, наверное, еще по счетам, что нам необходимо. Так, лицензии, счета, этот мы оплачиваем, уже $35, боже мой. Что-то цены растут. Цены растут у нас постоянно. Так, менеджмент лицензии. Так, отбеливатель, чистящее средство, бла-бла-бла, здесь куча всего. Это уже идет химия. Это нам уже нужно будет уголок химии открывать. Ой, непросто это. Здрасте. Кулон на вас нарисован. Красивая эта татуировка, да? Да. Тоже очень необычненько. Так, молодой человек у меня не справляется, мне кажется. У нас, да, очередь уже сейчас зигзагообразная начнется. Так, ну нам нужно арахисовое масло еще купить и хлопья. Хлопья сейчас закончатся. Давайте, теперь у меня все в покупках, да, идет? Так, арахисовое масло, это мы взяли. Так, еще Supreme, вот этот заканчивается у нас.
Да? Еще Supreme у нас мука заканчивается. И так, яйца, молоко, молоко, молоко. И молоко у нас заканчивается. Это я так своим профессиональным взглядом, как говорится, смотрю. Вот, и то, чего нет, мы сейчас с вами добавим. Так, молоко. Молоко, вот оно, которое заканчивается, мы сейчас добавим. Отлично. Так, пустая коробка. Нет, один остался, одно. Одно молочко. Так, ладно, мы его сейчас добавим. Я даже вам свет включу. Дорогие дамы и господа. Так, магазин у нас элитный, но музычки прям не хватает, знаешь, как будто бы. Блин, еще одна остается. Смотри-ка, что. У меня муки этой постоянно остается одна штука. Так, пасты, пасты, пасты давай добавим. Я вот здесь поставлю коробочку, да, вы, если что, берите из коробочки. Оно там наиболее даже свежее. Так, и вот здесь мы тоже полочку заполняем. Конечно, выгоднее две полочки иметь. Вот, но за неимением другого мы с вами будем по одной пользоваться. Так, подожди. Заканчиваются хлопья и рис. Да, хлопья, рис, соль. Давай тогда смотреть. Блин, слишком много. Так, рис, соль и хлопья. Хлопья, хлопья. Все, в корзину, надеюсь, мы успеем купить до вечера, да. Потому что вечером у нас там уже доставка не работает, а мне нравится размещать это все еще в течение дня. Так, блин, еще одна однушечка осталась. Ну ладно, мы сейчас это все дело пустим, как говорится, в ход. Да? Ну-ка. Блин, и тут еще 4 осталось. Ну что такое? Такое пошло прям в не туда. Куда-то в не туда пошло. Так, подожди, вот это хорошо. Здесь забрали, мы добавляем. Коробку выкидываем наконец-таки. Так, а Supreme этот кто-нибудь хочет взять? Вот, молодой человек, берите Supreme. Берите Supreme, он вам пригодится. Так, блин, это полное все. Что-то там кексиков. Кексиков на вечер. Все правильно. Так, у нас еще одно молоко осталось. Здесь у нас, к сожалению, все полное. Ладно, я пока вот здесь возле входа оставлю. Пусть пока оно здесь полежит. Так, соль, соль, соль. Мы пасту, да, еще не заказали. Смотри, паста заканчивается. Заканчивается паста. Так, вот это мы добавляем, выкидываем. Окей, хорошо. Здесь у нас что было? Здесь у нас было молоко. Вот еще одно. Сейчас, сейчас, сейчас мы порядок здесь наведем. Порядок наведем, будет у нас здесь все нормально. Так, рис, блин, все-таки никто не берет. И муку теперь никто не берет. Что такое? Масло у нас заканчивается. Все заканчивается. Дело вообще не в проворот. И очередь. Смотри, какое время уже 9 часов, он до сих пор народ не рассчитал. Но я могу сказать, что хотя бы много. Много у нас с вами деньжат. Ну, копится. Копится, по крайней мере. У нас много товара. Даже если его продать, у нас уже будет там 1005, может быть, больше. Вот. Но я, наверное, пока прогресс на этом моменте оставлю. Мы еще с ним поработаем пару дней. Так сказать, вне записи еще накопим деньжат. И на следующей серии... О, смотри, там сколько покупок делают. Большое количество. А потом покупатель к вечеру пошел. Вот, мы немножко еще деньжат пофармим и продолжим. Будем такими небольшими рывками с тобой двигаться, смотреть, что продается, сразу перестраивать магазин, чтобы у нас на все денег хватало. Вот, спасибо, дорогой друг, что смотрел. Не забывай подписываться, ставить лайки, комментировать. Всего тебе хорошего. Пока.